Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре у нас такой дом с высоким фундаментом. Дом кирпичный, с красного кирпича, здесь березка. Вот с такими потрясающими видами. Вид на храм. А здесь идет речка, река Дагум. Далее у нас строится новая набережная. Огромная придомовая территория. До центра 3 минуты. Здесь получается улица тупиковая, машин нету. Здесь у нас виноград. Заезд в гараж. Гараж у нас невысокий. Гараж невысокий. Есть отопление. Вот видим труба. Также есть погреб. Погреб глубокий. Он идет на весь гараж. То есть можно сделать яму для ремонта автомобиля. А в доме есть вход, есть выход. Выход в огород. Зайдем в дом. В доме 3 комнаты. Здесь мы видим коридор в кафель. На первом уровне 1 комната. Небольшая комната. Двери деревянные, лакированные. Далее идет кухня. Далее мы видим туалет. Ванна-туалет. Ванна в кафеле. Окошко. А вниз у нас идет выход в огород и также находится баня. Давайте покажу вам комнаты на втором уровне. Большое окно, вид на храм. 10 камин. Здесь 2 комната. Здесь можно сделать встроенный шкаф. Здесь также отличное решение. Вместо окна можно сделать дверь. Выход на террасу. Утро можно с чашечкой кофе. Здесь растет также черешня. Сейчас спустимся вниз, покажу вам огород, покажу баню. Спускаемся в баню. А здесь у нас напольный котел, насос. В бане есть вода, здесь прибанник, здесь сама парилочка, камни. А здесь у нас получается такая летняя кухня,
Ну, конечно, ее нужно чем-то внутри отделать, либо вагонкой, либо пластиком. И здесь идет выход в огород. Компактный огород. Здесь теплица. Стоимость дома будет в описании к видео.